Первое правило охотничьего клуба! Убивать Фиксая! Отставить! Спасать Фиксая! Спасать Фиксая! Верно! Второе правило охотничьего клуба! Есть блинчики на завтрак! Блинчики по утрам! Отставить! Пельмени на завтрак! И третье правило! Пельмени! Не рассказывайте об охотничьем клубе! Верно! Кажется, его мы нарушили. Вот черт. Майнкрафт, но смогу ли я выжить? Добро пожаловать на легендарную рубрику, где если я умру, то мои друзья проиграют, но с улучшениями. Мне также надо будет умереть от способа смерти, который мне выпадет, но теперь будут происходить различные ивенты, которые также будут мне мешать. Дождь из трезубцев, агрессивные жители, даже временный креатив. Если я умру нужной смертью, то получаю очко. А если меня спасают охотники, я не успеваю за 10 минут, получают очко они. 50 тысяч лайков, продолжение битвы. А чтобы ее не пропустить, подписывайся на канал прямо сейчас. Проверь, не отписало ли тебя. Это важно. Приятного просмотра. Ну чё, все готовы? Да. Да. Конечно. Фиксай, а знаешь что? Что? Знаешь что? А посмотри вот сюда. О, так кто-то не подписался на канал, кажись. Кнопка-то красная. Да. Ребята, не расстраиваем. Я прописываю команду, и через 3 секунды узнаем, какой смерть я должен умереть. И это смерть от разорителя. Обалдеть, погнали, погнали, погнали. Бежим, что? Бежим, бежим. Ребята, вы слышали? Вы слышали? А Саш сказал, какая смерть. Проговорился. А, что? Я спалил, какая смерть. Может быть... О, нет. Я себя только в паутину. Пока все вытащить. Я так давно не записывал. Вот вода, рубрику, вода, что вода, уже вода, забыл, вода. Что не должен вам говорить, какой смертью должен умереть. Ребят, поздно. Ребят, чекайте, он не погружался на дно, значит, это точно не смерть от утопления. Но при этом, я могу вас обманывать. Возможно, это не смерть от разорителя. Откуда вы знаете? Поэтому все проверяем. Ну, как минимум, это точно не от воды. Ты пытался бы задохнуть. Ну, слушай, может быть, это была жесткая, прям обратная психология, что я прям так жестко сыграл, что это смерть от разорителя. На самом деле, нет, это смерть от курицы, я тебе отвечаю. Да, расскажешь мне. Итак, чтобы вот найти, мне тоже, там да. Не нужно. Оо, вот это вот. Блин, жалко, что здесь деревня. Нет! Вообще не повезло, жалко. Прекрасно. Бежим. Отлично. У меня 8 минут, чтобы это сделать. Мне нужны разбойники. Это безумно сложное задание. Я не понимаю, как мне это сделать. Убивайте голема! Сиди, кайфуй, вот на закате. О, голем, наконец-то! Вот он ты! Нет, не трогайте его! Убивайте голема, не трогайте моего голема! Голема! Это наш голем, не твой, отстань. О нет, нет, что делать? Мне нужно определенное место для того, чтобы выполнить данную задачу, но как это сделать, я не представляю. Ого, кстати, напоминаю, если Фиксай умирает не от той смерти, которая нужно было, то он проигрывает тоже. О нет, вот это я зря сделал, вот это вообще максимально зря. Ну нормально, живу, хорошо. Так, покушаем и сейчас соберемся. С духом должно что-то произойти. Голода, новое событие! Да. Озлобленные жители? Убивайте жителей! Погоди, нет! Стоп! В смысле озлобленные жители? Если они сейчас превратились в разбойников, это все, это габе. О, господи! Быстрее! Они реально пытаются меня убить! Давайте, жители, давайте! У вас получится это сделать! Погоди, если его убьют жители, то мы выиграем. Ну да, кстати, это же не разбойник. А вдруг ему... Ну, кстати... Ну, не знаю, а вдруг это тоже прописано. А вдруг так меня жители должны убить? Откуда вы знаете? Да, конечно. Так мы же умные. Ты бы о них не бегал умные, тогда. Да, вообще мы сверхразумные. Если что, у нас есть паутина. Ты меня за кого держишь? Давайте, красавчики, бейте меня! Давайте, жители! Хорош, молодцы! Хорошо! Да что вы ему верите-то, алло? Ребята, если что, если я умру не той смертью, то вы выиграете. Так, может, давайте рискнем, мужики, а? Какой рискнем? Нельзя рисковать. Он не убегает сам. Как по нему удар топором сделал? Куда рисковать? Все, минус. Все, убили. Почему я живу? Я сейчас выключил микрофон, они меня не слышат. Моя сейчас главная задача дождаться времени, потому что может произойти какое-нибудь событие, которое может мне помочь. Это событие мне, наоборот, не помогло. И таким образом я могу проиграть. О, железный топор. Отлично. Но теперь мне нужно дождаться другого события, которое может мне помочь. Я уверен, что что-то должно произойти. Ну, в замкнутом кругу, возле деревни, нет? Да нет. Да, прям бегать вокруг. Ребят, это точно не крипер, точно не зомби. Зомби, мужики, там зомби. Да он к ним не идет, значит, это точно не они. Все, жители идут. Нет,
бросаю! Нет! Их снимаем! О, да, давайте, жители! Разрываем, разрываем! Блин, почти умер от жителей и выиграл! Жалко, не повезло, конечно! Не умрешь, не умрешь! Новое событие! Признаменование! Отлично! Щиты! Щиты! Теперь, ребята, убиваем всех! Все! Закрываем! Закрываем его тут, чтобы у нас защищали! Так! Надо убивать рейд! Что же делать? Что же делать? Надо рейд! Просто всех на зрителей просто проходите, мужики! Это поросенок, что ли? Поросенок! Уйди! Он уходит, реально, он уходит! Не даем ему выйти! Где? Папа-пиру-пиру-па! Где рейд? Стоп! Заряжем его! О, у парня у меня колок есть! Ребят, поколку! Четыре минуты. Так, ребят, давайте, я сейчас буду рядом с фиксаем, чтобы он точно не никуда не... Он подкоп делает, ребят, он подкоп! Чего? Он подкоп делает! Я дошел, парни! Сверху! Убиваем! Убиваем, ребят, не надо убивать фиксая! Так, не, убиваем! Вот он! Правильно, ребята, правильно! Житель! Хотя... Получи дуставлю, а ну-ка... Не попал, он активно берет крейды, ему нужен... Со стороны пик, со стороны пик они! Аааа! Убивайте! Ребят, все, о! Тихо! Ребят, у него мало КП, КП. Они снизу. Я вижу. Не бейте его, О, тут убиваем. Что же делать? Ты что стоишь? Как мне это сделать? Ребята, вот вы зря, наверное, этим рейдом занимаетесь. Какой даже стрессовца! Тут жители! О, нет, я не выживу! Боже, он прямо передо мной! Господи! Зачем он? Ребят, ломайте дерево! А может быть мне и нужно умереть от него? Да! Если реально нужно умереть от резубца. О, господи, да что же делать, а? Он на нами все это время рофлит, понимаете? Вот не знаю, рофлю я или не рофлю. Я еще не от резубца не попал, ребят. О, я его вижу! Давай, пожалуйста, не падай трезубец с меня! Пожалуйста, да! Иди сюда! Нет! Ну что же, счет 1-0. В первом раунде вы меня победили. Смогли убить разорителя. Мне и правда нужно было умереть от него. Посмотрим, что нам выпадет в этот раз. Таймер. Давай, поехал. 3, 2, 1. И поехали. Вот это интересно. Так, я замутился, они меня не слышат. Я должен умереть от лавы. Где мне найти лаву, если честно, я не знаю. Также хочу сказать то, что так как я проиграл в том раунде, я получил бонусные вещи в этом раунде. И это каменные инструменты и немножко еды. Ой, ребята, знаете, вот для этого мне нужна ночь. Вот чтобы умереть от этой смерти, я вам честно говорю, нужна ночь, чтобы, это появилось. Ребят, не слушайте его, он всегда врет. Это фиксай. Парни, наконец-то! Прекрасно, много хп снялось. Ой-ой-ой-ой, вот это зря вы придумали сейчас. Такое не надо. Вот, деревце добыть можно, нормально. Че, фиксай, давно не бегали. Знаете, это достаточно легкая смерть. Прямо сейчас я ее буду делать. Ребят, он просто врет. Нет, только не губки. Он врет, как дышит. Он врет, как дышит. А я ему не дам. Он это комедист. Я застрял. Я сам застрял. Так, фиксай. Ну че? Остановите его кто-нибудь. Уже 2 минуты прошло. Слушайте, от ягоды была бы умереть вообще прекрасно, если бы это была ягода. Поэтому я ее прямо сейчас и ищу. Хочешь шутку расскажу? Ну, давай. Я не хочу шутку. Зашла улитка как-то в бар. Это надолго. Ой, понятно. Ну все, можешь не продолжать, да. Да что ж такое, почему не везет, я не понимаю. Отстаньте. Ребят,
подождите меня! Конечно! Я воду разлил! 7,5 минут! Я уже 2,5 минуты бегаю и не понимаю, где находится то, что мне нужно! Да, мы же хорошие охранники! Фикса, не волнуйся, мы хорошие охранники! Это так просто! Самый лучший стражи! Я этот, телограбитель! Ой, телохранитель! Вот, не, что? Водная сфера? Что? Какая водная сфера еще? А где? Чего? Как? Стоп, я что? Что? Пока! Давайте, ребята, удачи вам! Всего хорошего! Делаем срочно. Он сейчас задохнется. Так. Это я даже не знаю, это хорошо или нет. Так, я замутился, они меня снова не слушают. По сути, они могут догадаться, от чего мне нужно умереть, потому что водяная сфера — это мне препятствие умереть от лавы. Но проблема в том, что я даже не знаю, где находится лава. Ох, это очень тяжело. Это очень тяжело. Потому что я... Как вы меня нашли? Я не понимаю. Фиксай, привет. А, нет. Он еще и роняет сферы, да ё-моё. Он наверху. Наверху. Он хрен, наверху. Это, ну это все, это читы. Ну реально. Это читерство, реально. Давай, да, ребят, он если бы вы знали, какое это читерство, это наоборот хуже мне делать. Это нифига не читерство. Ага. Оба, давайте, раз. В смысле, два. Нет, да. Ребят, зачем? Я его запер. Как вы здесь оказались? Нет. Я же уплыл от вас далеко. А давайте его будем в куб. Давайте его в куб. Он назад. Господи, это просто невозможно. Как мне найти то, что я должен сделать? Это же самое простое вообще, что можно сделать в Майнкрафте. Смотри, он вверх, он наверх куда-то улетел. Ну, кстати, ему точно не надо разбиться, иначе он бы просто наверх сам улетел бы, даже раз, когда сфера пропадет, да и просто... Падение, а как он не задохнулся до сих пор? Стоп, а это оно? А у него, скорее всего, эффект. Это оно? Нет, это не оно! Господи, это невозможно, это просто нереально. Он лаву ищет, я понял. Типа, не, просто не. А у него же водная сфера, да? Он же... Так, он угадал, но он никогда не узнает об этом. Ребята, чё вы за бред несете? Я ищу мобов. Какие? Какая лава? Никакой лавы не существует. Какашки? Что? Фиксай, это лава, кто переживает на дне океана, давай. О, 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 пещера! О, 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 давай. Поросенок разбился! Я сейчас сверху. Стоп, не понял. Это наша слабая какая-то сторона, знаете? О, нет, о, нет, о, нет, что мне делать? Я поэтому не стал спрыгивать. Что делать? Ничего не делай, все, бездействуй. Да почему? Даже тут ничего нету, я не понимаю. Что? Какое новое событие сопротивления огню? Это издевательство, это просто издевательство. Да, 100% лава. О, боже мой, я чуть не умер. А, ты все? Так, я наблюдаю сверху, я наблюдаю за ним сверху, ребят. Все, лава исчезла в этом мире, лавы просто больше не существует. Это мы удалили. Не, ну сопротивление огню это мощно. Сопротивление огню это мощно, да. Если бы мне не нужно было умереть от лавы. Нет, это просто прикол. Здесь гигантская водяная пещера, ничего не могу найти. Хорошо, в своей среде будет. Ну ты водяной получается, водяной. Так, а я что-то его потерял из виду. Я тоже потерял. Я тоже потерял. Как ты собираешься его находить? Тихо! Да! Нет! Тихо, уже пошел! Но как? О! Чуть-чуть! Не-не-не-не-не, чуть-чуть! Ты где? Нет! Где он, парни? А где он? Нет! Я потерял! Давай! Чуть-чуть прям осталось! Чуть-чуть прям! Какой чуть-чуть? Че? Где он? О, боже мой! Пожалуйста! Сопротивление огню закончилось, кстати говоря! Прекрасно! Ну вот водяная сфера меня бесит! Я опять в капкан залез! Да слушай, она бесит, вырубай ее, давай, все. О, я знаю, возможно, здесь. Так, ребят, мы просто потеряли. Сейчас будет новый ивент какой-то, который может мне. О, нет, я в тупик зашел. Я просто залез в тупик. Мы не понимаем даже, где он. Да, мы не понимаем, где он. Я лучше закрою все равно. Вдруг что? Да когда же это закончится уже? А! Давай! Надо быстрее! Нет! Что? Нет, тихо. А как? Как я это должен был сделать? Надо как-то по-умному это сделать. Ребят, столько эмоций, а мы даже не понимаем, что происходит. Мы не знаем, где он. У нас здесь столько не касалось. О чем мы паримся-то? Стоп, что? Что? Преследователи магии воды? Погоди, там посох дали. Как это? А как он работает? Нифига себе, гляньте. Мы его нашли. Ребят, вот он. Давай сюда. Остановись. Что? Что такое? Откуда вы здесь взялись? Вас же не было только что. А мы магии воды теперь. А мы магии воды. Мы чуем воду. А чё, да? Что вы делаете? Остановись! Мы не знаем, мы просто это да, водой... Мы не знаем, просто... Мы должны всё тушить! Остановись! А что за взрывы? Фикса, да нет, это просто невозможно, это просто... Нет! Ломайте! Это невозможно. Так чем вы ломаете? Отбег! Полторы минуты осталось, ребят, это просто будет легчайше, это просто легчайше. Ребята, я предлагаю вообще ничего не делать, это очень сложно, это просто, это нереально. Это легко, я лаву нашел в 3 раза. Когда ты ее нашел? Вода затушила. Я ее закрыл, можно даже не искать. Бейте этих сломов! Давай! Нет! Да как? Это невозможно! Это просто невозможно! Это просто!
Водяной шар-то не помог, бе-бе-бе. Это просто невозможно, это просто нереально, это самое невозможное вообще, что можно было придумать. Вся игра за нас, просто вся игра за нас. Это бред, этот водяной шар, у меня только один раз получилось получить урон. Водяной посох просто лаву убирает, я сейчас только что вот так вот сделал, тут была просто озеро лавы, и она исчезла. Да-да-да. Вся игра за нас. Это просто нечестно, это просто бред, это водяная сфера, бред. Все честно, фиксай, все было честно. Все честно. Этот новый сезон очень сложный, прям очень сложный. Здесь нужно учиться. От лавы мне нужно было умереть. А? Это понятно, ребят. Он же прям активный. У меня было пол сердечка. Я уже один раз смог получить урон от лавы, но это был только один раз. А второй раз уже не получилось. А все, надо было раньше. Счет 2-0. Вы меня выигрываете. Но это реально сложно. Посмотрим, что будет в этот раз. В этот раз, я уверен, я вам покажу. Пишем таймер. Старт. Да. Ну давай. В этот раз у меня железные инструменты, потому что я очень часто проигрываю. Обалдеть. Он ведь реально, у него теперь наконец-то нормальная смерть. Только как мне найти этого моба? Интересно. Ой. От голема. О, давай, песик, давай! Что? Не понял. Что у меня нет? За что бамбуля? Я не знаю, у меня нет сил. За что бамбуля? Лава! Наконец-то! Ну сейчас это точно не лава, Нет. А вдруг? Снова развел, Так, перья. Ребят, он может просто знать в какой-то момент рассказать там правду? От стрелы он должен умереть. Какой стрелы? Тогда мы узнаем всю правду. Кстати, ведь реально от стрелы же тоже есть смерть. Это значит, что и скелет, и он сам. Так, я сейчас сделаю вид, что мне не нужно умереть от куста. Да. Видели? Все, прекрасно. Мне сейчас нужно получить очень много урона, чтобы сразу же умереть от ягоды. Может, от воды он должен умереть? И не от воды, потому что он по речке бы сразу плавал бы. Не верьте ему. Ага, все. Да, ваш паутины мне уже ничего не сделают. А уберите эти вашу воду. Попался. Он просто тянет время. Ой, хорошо, Да кому ты врешь? Видите, он убежал, да. Да. Нужно побегать. Да. Почему? Давай. Нет. Блин, не повезло. Ешь. Вы же понимаете, да? Компот хочешь? Где урон? Где? Они же только что выросли. О нет. Вот это ГГ. Ребята, даже у нас меча нету. Ох, ребята, как же ловко я вас развел на эти ягоды. Господи, боже мой. Ну что ты, вы выиграл время, парни. Он время тянет. Справа ягода. Стоп, случайное зелье. Спешка 2. А не стойкость. Ну и ладно. Что? Серьезно? Мне очень повезло, потому что там могло выпасть зелье какое угодно, не знаю, отравление, которое бы меня убило, или же там зелье моментального урона, но выпала спешка, и вам, так сказать, не повезло, наоборот, а мне повезло, и ягода все-таки была, да, тем самым способом смерти. Но это легчайше, это было легко, слишком легко. Не, на самом деле, это самая умная обманка, честно. Реально. Счет прямо сейчас 2-1 в вашу пользу. Давайте так, если я выигрываю, еще становится 2-2, то мы делаем реванш в следующем ролике. Но если будет 3-1, то я с позором просто уйду. Да. Мы так всяк победим, фиксай. В любом случае, таймер начинается на счет 3. А это что такое? 2-1. Что? Фиксай, фиксай. Ладно. Давай, расскажи нам. Нет, я вам не расскажу. Скажу, умереть от Вардена. Нет Вардена, ребят, о чем вы? Так, я забыл микрофон. Слушай, в общем-то, я не понимаю, как это сделать. Я не понимаю, честно, как это сделать. Умереть от пустоты. Ядрен батон. Ядрен батон.
Хороший анекдот, ребятушки, у вас получился вообще. Мне безумно прям понравился. Историю, я как-то, короче, типа... Манго! Встретил Фиксая, ядрен батон. Как же это сделать? Фиксай, а я с тобой. Отстаньте, говорю, это в меня, я вам сказал, я тут знаете кто, я... У меня знаете кто? Знаете что, а? А ну пошли вон отсюда! Ребят, пускай копается. Иди отсюда, говорю тебе! Снизу меньше смерти. Я за водой. Папа-пиру-пиру-па. А если это Метлава будет, парни? Ты... Чё там? Каким образом? Там яма. Чё, Фиксай, копаемся, да? Ты чё тут делаешь? Я ничего не вижу. Ты чё, ослеп, что ли, а? Да, ослеп. Мне, я сейчас факела сделаю. Всё, давай просто постоим, подождем тут. Просто подождём. Мы там давайте вдвоём, давайте как-нибудь контрольте, мы сверху контролируем. Гарди, тут шахта какая-то огромная, он убежал в неё. Как я это сделал? Ребят, если что, Как я это сделал? Как я это сейчас сделал? Так, я знаю, для того, чтобы сломать бедрок, нужен TNT, поршни и все остальное. В принципе, за 8 минут я могу попытаться сделать поршни, но найти TNT, мне кажется, просто невозможно. Я боюсь, что каким-то ивентом меня сейчас либо убьет, либо еще что-то. Ребят, он выплыл. Ребята, вы бы видели, каким образом я от вас ускользнул. Это просто смешно было. Это очень смешно было. Ой-ой-ой, вот это не очень. Вот это вообще мне не нравится. Ребят, я вижу ник. Я тоже видел. Что? Креатив? Быстрее! Как это сделать? Так это что за читы? Как это сейчас... сделать? Да! Что? Что он сделал? Что? Да? Выпал из мира? Что? Да, в смысле? Это нечестно! Ну, какой креатив! Ну, это имба! Это имба, это слишком... Ага! То есть это имба! А вот когда у меня водяной шар на всю игру, и я не могу умереть от лавы, это нормально, да? Вы радуетесь, да? Это тебе польза, это тебе польза. А когда мне наконец-таки повезло, что я оказался в шахте в это время, на 15 секунд еще выдался креатив, я мог не успеть это сделать, если бы вовремя не завтыкал. Ага, значит, не вот это, несправедливо это, да? Стоп, подожди, ты должен был умереть от пустоты, да? Да, я должен был умереть от пустоты. Бедрок же не сломать. У него креатив, да. Креатив, вся же суть в ивентах, что попадется, то и попадется. А, погоди, а другим путем он должен был этот, в край пойти. За 10 минут в край мы даже вообще могли ничего не делать, ребята. Спидран за 10 минут. Поехали, поехали. Ну тут безумно повезло, тут прям безумно повезло. Но вообще, если бы я не успел докопаться, а я реально мог не успеть докопаться, повезло, что я был в шахте, то все, я бы проиграл бы здесь, наверное, 100%. Я требую реванш, я требую реванш. Я тоже, это нечестно, я требую реванш. Я тоже требую реванш. Друзья, 50 тысяч лайков, и мы делаем реванш с еще более интересными смертями, еще более интересными ивентами. Но все зависит от вас. Ставьте ваш лайк, делитесь этим видео с друзьями. Для вас старался Фиксай Дабит Ди Франк, Поросёнок и Мистер Няшка и Сало. Всем удачи и всем пока. Теперь можно его убить наконец-то. Ура! Ну вот вы и нарушили ваше второе правило.